А теперь обо всем по порядку. Свыше 11 миллиардов тенге столько в этом году направили на реконструкцию автомобильных трасс республиканского значения в Северном Казахстане. Подробно о развитии дорожно-транспортной отрасли говорили на заседании в филиале партии «Нур-Отан». Участие в диалоге принял депутат Мажилиса парламента страны Петр Шарапаев. Петра Шарапаева до этого года в Северном Казахстане знали как успешного бизнесмена. Сейчас он депутат Мажилиса парламента. В регион народный избранник приехал обсудить с земляками вопрос реализации госпрограммы «Нурлы жол». В этом году на эти цели в нашем регионе выделено свыше 14 миллиардов, отметил первый заместитель председателя регионального филиала партии «Нур-Отан» Артур Молдагулов. В целях мониторинга и контроля расходования бюджетных средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, в области создано 3 комиссии при фракции партии «Нур-Отан» в Северо-Казахстанском областном маслихате. Члены комиссии на постоянной основе выезжают по объектам строительства, проводят мониторинг освоения выделенных средств, проводят заседания, рассматривают проблемные вопросы и пути их решения. В 2015 году на реконструкцию в регионе автодорог республиканского значения направили свыше 10 миллиардов тенге. В этом на 10% больше. Планируется завершение 87 километров автодороги Астана-Петропавловск и 11 километров автодороги Жезказган-Петропавловск и обход Петропавловск. Таким образом, в 2016 году по Северо-Казахстанской области будет завершена реконструкция участка автодороги Боровое-Кокчетау-Петропавловск протяженностью 143 километра. С января по май освоили почти 3 миллиарда тенге. Ремонтом дорожного полотна занимаются 4 подрядчика. Работают свыше 600 человек и 372 единицы техники. Не оставят без внимания и дороги, размытые этой весной. По трассе, ведущей к аулу Бисколь, в планах установить светофоры и сделать пешеходные переходы. Кстати, контролируют работу дорожников не только на местном уровне, но и на республиканском. Занимается данными вопросами специальная комиссия, созданная при фракции партии «Нур-Отан». В ее состав включен и Петр Шарапаев. Приезжаю домой, еду как раз по этой дороге, наблюдаю, пару раз останавливался, спрашивал, разговаривал с работниками. Ну, вроде все хорошо, работы ведутся, зарплата платится. Также мы попросили местные маслихаты, чтобы они, если какие-то проблемы, замечания есть, они должны, наверное, в течение недели аккумулировать вопросы и предоставить мне все это 1 июля на заседании комиссии. С участием, скорее всего, там профильных министерств все это озвучу. Планов по реализации «Нурлы жол» в 2017-2019 годах провести реконструкцию путепровода на 8-м километре автодороги обход город Петропавловск, а также участков трасс на границах с Челябинском и Новосибирском. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, новости МТРК.